Итак, добрый день, дорогие друзья. И сегодня я вам хочу рассказать про приложение, с помощью которого можно будет получить права, практически рут-права, практически на любое устройство. На любой ваш девайс. Итак, это приложение называется KingRoot. Оно на экране у вас в левом нижнем углу. Видите, такое синее квадратик, и на нем молния изображена. Оно мне помогло получить рут-права на мой планшет Samsung Galaxy Note 10.1 GTN8000. Поэтому я особо не надеялся, устанавливая это приложение, то, что оно как-то сможет помочь мне установить права. Но неожиданно для меня это, но оно реально сработало. Буквально за секунд 20-40, вот так вот секунд, в рут права были установлены. И также к нему устанавливается приложение автоматически King User. Это вот это приложение справа от него, вот эта буковка R, где с помощью него можно управлять правами суперпользователя. Таким образом, с помощью приложения King Root я смог получить право суперпользователя. Вот даже я сейчас могу продемонстрировать. Видите, вот устройство имеет root права. Так что ссылочка на это приложение будет в описании. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока.